Мокрые носы, виляющие хвосты и глаза, полные надежды. На минувших выходных в парке имени Толстого прошла ежегодная выставка животных из приютов. У каждого своя грустная история. Кто-то был найден на улице, кого-то выбросили или отдали на усыпление. Объединяет их одно – надежда когда-нибудь найти свой дом и любящих хозяев. Для собак это действительно праздник, потому что они здесь могут и пообщаться, и порезвиться. Особенно если мы говорим о приютских собаках, которые сидят в боксах закрытых, то для кошек это, наверное, не совсем праздник, потому что они ужасно стрессуют. Вот. Но это очень хороший шанс обрести свою семью и новый дом. Евгения занимается волонтерством 7 лет. За это время подобрала, вылечила и пристроила не один десяток кошек и собак. По ее опыту, на таких выставках в среднем около 20 зверей находят новые дома. Сегодня счастливый билет вытянула кошка Сильва. Сильвочка моя девочка. Моя девочка, которая сегодня нашла себе новых хозяев, да? После фотографии на память Сильва отправилась в новую жизнь. Собакам, особенно крупным, обычно везет меньше. Юлия Ромашова, волонтер, надеется, что сегодня кто-нибудь обратит внимание на обитателя Шереметьевского приюта, пса Ясеня. Пес 2 недели скитался вдоль трассы. Вот. Никто его не мог поймать, потому что он был уже крайне напуганный, зашуганный, вот, истощенный. В итоге его поймали и привезли к нам в приют. Приют вообще специализируется на питбулях и стаффордах. Но он хорошо ходит на поводке, то есть он домашний был, да? Он был домашний, и очень мы удивились, что его никто не ищет, потому что собака идеально воспитанная. Часто беспризорными оказываются и питомцы благородных кровей. В приютах можно встретить практически все породы – от британских кошек до миниатюрных собачек чихуахуа. Если вы пропустили выставку, но хотите подарить животному дом, в любом из приютов с радостью помогут подобрать питомца, подходящего по характеру именно вам.